В Амсукчане поссорились два односельчанина. 33-летний мужчина не справился с эмоциями и начал бить 51-летнего оппонента. Бил он его сначала руками, а после взял деревянный стул и продолжил избивать им. Удары были сильными и смертельными. 51-летний односельчанин умер практически сразу. Для выполнения неотложных следственных действий на место происшествия выезжали следователи-криминалисты Следственного управления и Хасынского межрайонного следственного отдела, которые провели осмотр места происшествия, обнаружили и изъяли следы преступления, а также орудия преступления. Кроме того, допросили свидетелей и выполнили иные следственные и процессуальные действия. Злоумышленник в ходе допроса вины не отрицал. Сейчас он находится под стражей, и ему предъявлено обвинение за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего. И, возможно, ближайшие 15 лет он проведет в тюрьме. На данный момент расследование продолжается. Имеется группа следов.